Здравствуйте! Сегодня 22 июля. Вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от банкир.ру. После выступлений главы ФРС Бена Бернанке на прошлой неделе курс доллара понизился по отношению к большинству основных валют. Бернанке умерил спекуляции о скорейшем сворачивании ежемесячной программы покупки гособлигаций, которые ранее оказали значительную поддержку американской валюте. После напряженной прошлой недели, наполненной бурными событиями на финансовых рынках, сегодня нас ждет относительно спокойный календарь. ФРС взяла паузу в своих выступлениях до 31 июля очередного заявления Федерального комитета открытого рынка ФОМС. В этих условиях на первый план выходят различные макроэкономические данные, которыми предстоящая неделя будет насыщена в полной мере. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем торговлю пары евро-доллар в диапазоне 1.3140-1.3170. Благоприятные данные по продажам на вторичном рынке жилья в США сегодня могут оказать позитивное влияние на укрепление доллара и движение пары к уровню 1.31 ровно. Пара фунт-доллар продолжает двухнедельный рост после того, как публикация протоколов первого заседания Банка Англии под руководством Марка Карни на прошлой неделе указала на единогласное голосование против дополнительного смягчения монетарной политики и увеличения покупок облигаций. Английский фунт получил значительную поддержку благодаря позитивной макроэкономической статистике, публикующейся в Англии в последнее время. Экономический рост Великобритании во втором квартале ускорился благодаря вкладу трех наиболее крупных отраслей экономики. Тем не менее, по-прежнему достаточно сильны позиции инвесторов, ставящих на понижение фунта в более долгосрочной перспективе. В нашем прогнозе предполагаем возможное коррекционное движение пары фунт-доллар к уровням 1.5270 и 1.5250, после чего продолжится восходящий тренд и пара протестирует сильный уровень 1.53. В экономическом календаре понедельника продажи на рынке вторичного жилья в США за июнь. Кроме того, стоит обратить внимание на продажи краткосрочных и среднесрочных долговых обязательств Франции и США. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе «Прогнозы». Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.